начала года «Лыжные стрелы-2017» перевезли более 3000 петербуржцев. Организованный комитетом по спорту традиционной электрички до снежных трасс в Шапках и Орехово не теряют популярности у горожан. После ноябрьских праздников в декабре, казалось, зима ушла вовсе. И только теперь, в середине января, наконец вступает в свои законные права. Синоптики обещают, что до конца месяца ситуация меняться не будет. Это не может не радовать любителей зимних видов спорта. На лыжные стрелы, несмотря на ранний час, люди приходят с улыбками и отличным настроением. Надеемся получить удовольствие от леса, от прогулки, от хорошей компании. Мы едем заряжаться позитивом, поэтому у нас такие улыбки, такое настроение и... такой настрой. В эту стрелу на Шапке загрузилось 750 человек. Желание насладиться свежим воздухом Ленобласти объединило совершенно разных людей. В поезде можно было встретить компании тинейджеров, большие семьи с маленькими детьми, туристов-новичков и ветеранов лыжного спорта. Виктор Ашурок, например, в Шапке ездит 35 лет подряд. Мы начинали в декабре и выходили электрички и в субботу, и в воскресенье, два раза в неделю. И полностью заполнены были. Вот сейчас, видите, народу мало. Действительно, многие места в электричке пустуют. Полной посадкой может похвастать только два вагона – колпинских. Местный отдел спорта даже обратился в комитет увеличить квоту для района. Побольше вагонов, там хотя бы три вагона, чтобы давали билетов побольше на Колпино. Много желающих. Друзья все наши хотели, сегодня не смогли поехать, потому что билетов не хватило. Сами Шапки, кроме лыжных трасс и троп для скандинавской ходьбы, предлагают гостям головокружительно чистый воздух и красивые пейзажи с заиндевевшими соснами и белым снегом. Уезжать оттуда точно не захочется, а вот приехать время еще есть. Стрелы будут пускать еженедельно, вплоть до 12 марта. О бесплатных билетах можно узнать в районных администрациях.